Надежда. Да. Скажите, пожалуйста, что есть истина для вас? Да, вопросик такой, однако. Что приходит на разум? Это... Истина что-то, что... Что абсолютно правдиво, что не подлежит сомнению. Чем является истина вашей жизни? Моя любовь к мужу. Любовь? Любовь, почему да. Так? Потому что мне тяжело без него представить, как я жить буду, в принципе. Скажите, а вам как... часто приходится обманывать в жизни? Да. Что заставляет? Я врач, поэтому мне приходится врать в диагнозах, например. Это ведет к чему? Ну, в моем случае благое дело, потому что я рентгенолог, и я могу недосказать, что у пациента, например, раковая опухоль. То есть его лечащий врач будет знать об этом, а он сам нет. И это может дать ему надежду, то есть это не подкосит его, он сможет... Ну, вы ему говорите, что все в порядке. Нет, я говорю, что у вас есть кое-что, надо обследовать, но ничего ужасного. Там, подойдите к доктору Азатову, и он вам все скажет. Ага. Так, скажите, абсолютная истина существует? Да? Окей, хорошо. Абсолютная истина. Это Бог. Это Бог. Да. Спасибо.